Чё творим, бро? Меня зовут Серкионис, и это срочное включение Супримбанда. Только что мне прислали сообщение с видеопруфами, координатами, где живет настоящий пигмен. Просто вслушайтесь в это сообщение, банда. В селе Яровое начали пропадать люди. Каждый день пропадают по одному и более человеку. Из одного двора внезапно начало вонять трупным запахом и тухлым мясом. Все люди боятся этого двора, как будто там живет настоящий маньяк. Никто даже не собирается проникать внутрь этого участка. Никто не знает, что там находится. Дети и старики утверждают, что видели огромного человека с головой свиньи и бензопилой в руках. Вот видеопруф, который они мне прислали. Прямо сейчас, банда, мы собираемся и отправляемся в то село, чтобы провести свое расследование, правда ли там живет этот пигмен. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда на свой дрон я сниму реального смайл-дога. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. И иногда там выходит секретная информация про некоторых монстров. Так что, бандит, скорее смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем собираемся, отправляемся в это село. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы. Прямо за мной находится настоящий дом пигмена. Правда ли это он, я не знаю, потому что он очень ухожен. Там даже пластиковые окна, не деревянные, как я думал. Но все же, банда, я думаю, что нам стоит выйти посмотреть вживую, что находится внутри двора этого дома. Потому что, возможно, мы даже увидим пигмена и его жертв. Только вдумайтесь, как же это крипово. Сейчас на часах 6 утра. Я специально подобрал это время, когда пигмен меньше всего будет ожидать увидеть незваных гостей. Именно поэтому, банда, давайте уже выйдем и посмотрим, что нас там ждет. За этим забором находится дом пигмена. Просто посмотри, это его двор. И нам теперь нужно как-то попасть внутрь. Возможно, мы сможем это сделать через эти ворота. Давай попробуем. А сейчас их как-то можно открыть. Просто посмотри. Быстрее идем сюда. Мне кажется, что это его задний двор. А за этими сараями уже находится его основной дом. Но как туда попасть, банда, я пока что не понимаю. Посмотри, там деревянный забор. О, отлично, мы сможем выломать штафет и влезть внутрь. Да. Это просто отличная идея, банда. Да. Но все же, Настя, нужно быть максимально тихими, чтобы пигмен нас не услышал. Хорошо. Иначе он сразу же нас убьет. В этом селе каждый день умирает несколько человек. Только представь, какая там уже сумма за все эти года. Да. И тем не менее, банда, я вроде бы ничего не вижу. Там никого нету, только куры какие-то ходят. Ты что думаешь об этом? Не знаю, посмотри, мы можем как-то пролезть здесь. Вроде бы да, но даже не прикреплено, мы сможем залезть внутрь. Мне просто не верится в это, банда. Мы реально влезаем внутрь двора пигмена. Итак, посмотри, там куры. Да. Почему-то мне этот двор кажется очень знакомым, как будто я уже видел его ранее. У меня какие-то флешбеки. Аккуратнее, здесь какая-то гниль, смотри, не вступи в нее. Хорошо. О, черт, просто посмотри на это. Ничего, мы реально находимся дома у настоящего монстра. Этот пигмен, он реально существует. Тем не менее, банда, нужно быть максимально тихими. Давайте попробуем посмотреть в эти сараи, что в них лежит. Давай. Такая страшная дверь, ты видишь да. это? Он вроде бы закрыт, я не смогу его открыть здесь да. замок. Даже никто не открывает. Надеюсь, что там не было пигмена. Это очень странно, банда. И посмотри, что это? Господи. Это похоже на кровь, ты видишь это? Неужели настоящая? Не знаю, может быть, это даже человеческая кровь. Это просто жесть, вы видите, это здесь все в крови. Это так ужасно. Эти двери я могу открыть. Фу, там так воняет, похоже, что здесь живут куры. Давай не будем туда заходить, это отвратительно. Да, давай. Это просто ужасно, банда, реально. Человеческая кровь. Посмотри, что это? О, Господи! Или человека, ты видишь да. это? Это просто жесть, банда. Я не верю своим глазам.
Окей, давай попытаемся войти как-то внутрь. Здесь еще этот стульчик с цепями. Зачем все это? Может быть, он привязывает сюда своих жертв? О, черт, это отвратительно. Не буду этого даже трогать. Да. Потому что он реально их всех убивает. Окей, давай пройдем дальше. Просто посмотри, там куры спрятались от нас. Ну, да. А что если он их кормит остатками человеческой плоти? Это просто ужасно, Ванда. Ну этот скелет реально жесть. Он так подвешен, как будто сам повесился. Я просто не могу в это поверить. И что это так сильно воняет? О, черт, посмотри на этот топор. Он такой стрёмный, Банда, я просто в шоке. Что под этой крышкой? Просто посмотри, что это? О, ты видишь? Это каша из человеческого мяса. Там видно пальцы и руку. Это просто жесть, Банда, вы видите это? Этот пигмент какой-то ненормальный. Он реально существует. Нормальный человек точно не будет делать из такого кашу. А что если он это сам ест? Просто какая-то жесть. Окей, давайте все так здесь и оставим. Просто уйдем. Посмотри, канистра. Неужели она с бензином? Она полная. Аккуратно. Зачем ему? Кого он собирается сжигать? Это очень странно, Банда. Я просто в шоке, в каком месте мы сегодня находимся. Еще куча мусора. Чего себе? Не знаю, стоит ли на нем рыться. Думаю, возможно, не надо. Там будут какие-то тайные его вещи. Но все же, Банда, я думаю, что пигмен уже где-то рядом. Нужно быстрее совсем заканчивать и уходить. Итак, как я вижу, в этом дворе остался еще один сарай. Остальные находятся уже где-то там. Давай посмотрим, что же в этом сарае лежит. Да, давай. Потому что то, что мы уже видели, Банда, это полная жесть. И просто посмотри, ты видишь? Там человеческое мясо. Фу. И мне кажется, это конечности, руки и ноги. Просто какая-то жесть, Банда. Окей, давай попытаемся как-то войти внутрь аккуратно. Да, давай. Черт, как же здесь воняет, Банда. Вы просто не поверите. О, что это? Это так отвратительно. Нога человека, ты видишь какой это? Ужас. Просто посмотри, что с этой стороны. Фу. Это ужасно, Банда. А там еще один скелет лежит, ты видишь это? О, господи, я просто в шоке, Банда, что происходит? Здесь человеческие руки. Фу. Я не могу в это поверить, Банда. Это реально очень ужасно. И посмотри, там лежит череп человека. Господи. То есть он дает на сидение курам человеческое мясо. Просто Фу. Жесть. Это настоящие монстры. Тем не менее, Банда, я сейчас в таком шоке. Реально человеческая нога, да еще вроде бы ребенка. Ты видишь? Господи. Это просто какая-то жесть, Банда. Я реально не могу в это поверить. А это еще как крипово выглядит. И этот скелет еще один, который здесь лежит. Он реально кормит курей человеческим мясом. Я просто в шоке. Ты слышишь звук? Да. Как будто свинья. О, господи. Неужели это он? Нужно быстрее уходить. Да, идем. Да, быстрее. Это просто жесть. Похоже, что пигмент где-то рядом. Что здесь? О, черт, как же это страшно. Пока что я не понимаю, что здесь было. Тем не менее, Банда, нужно быстрее возвращаться обратно в машину. Иначе пигмен нас поймает и просто убьет. И потом уже здесь можем лежать мы, а не эти люди. Быстрее идем в машину, запустим дрон. Итак, Банда, я уже запустил свой дрон. Вот машина, в которой мы сейчас прячемся. И просто посмотрите, сзади нас закрыты ворота. Но как так? Когда мы приехали сюда, я специально оставил их открытыми на тот случай. Если вдруг что-то пойдет не так, мы бы быстро уехали. Кто их мог закрыть? Не знаю, скорее всего, это проделки пигмена. Но все же, Банда, посмотрите, какой же жуткий этот двор. Что это вообще такое? Похоже на какую-то теплицу. В этой теплице пигмен мог делать все, что угодно. Даже закапывать трупы людей. Потому что то, что мы видели ранее, это ужасно. Там были отрубленные руки, ноги и даже скелеты детей. У меня все еще это не укладывается в голове. Но все же, Банда, обратите внимание, посреди этого двора есть какая-то яма, и в ней что-то лежит. Неужели он туда скидывает гнилую плоть или же выливает человеческую кровь? Это просто ужасно. Я все еще не могу поверить своим глазам. Но все же, Банда, давайте как-то аккуратно опустим дрон и посмотрим, что там. И что это такое? Вы только посмотрите, здесь какие-то доски, бревна. О, черт, а что если из всего этого он делал какие-то жуткие вещи, с помощью которых потом издевался над людьми? Мы так не смогли влезть
есть его дом, кто знает, что он там может хранить. А вот и эта яма, я вроде бы в ней не вижу ничего такого страшного, как гнилую плоть. Возможно, эта яма специально для помохи. Это просто какая-то жесть, банда, отлетаем отсюда быстрее. А вот и тот самый двор, который мы ходили с Настей. Просто посмотрите, как же он жутко выглядит. Черт возьми, я в таком шоке, мы реально здесь ходили. И то, что мы там видели, банда, это полная жесть. Кстати, там открывается вид на его задний двор, там мы тоже были. Здесь тоже лежат какие-то бревна и доски. Вроде бы ничего страшного не видно, и даже пигмена нигде нету. Интересно, где он все это время прячется? Итак, банда, я аккуратно подлетаю обратно, начинаю опускать свой трон, чтобы мы здесь засели как будто в засаду. И просто посмотрите, что я вижу. Мы снова внутри этого двора. Черт, как же все здесь крипово выглядит, банда, мне прям не по себе. И посмотрите, там открыта дверь, которая была закрыта на замок. Неужели пигмен туда вошел? О, черт! Неужели, пока мы прятались в машине, пигмен пришел в этот сарай? Я попытаюсь как-то аккуратно за ним наблюдать. И просто посмотрите, это же он! Вы видите его, банда, просто жесть, он существует! И только посмотрите, какой он огромный! Я в таком шоке, банда, просто посмотрите на его голову! Это реальная голова свиньи, я не могу в это поверить! И посмотрите, сзади него уползает человек! Это очередная его жертва, вы видите это? Это просто какая-то жесть, банда! И что он собирается делать? Неужели он прямо сейчас его убьет? Только посмотрите, он его бьет! Это ужасно, черт! Мы даже никак не можем помочь ему! Я просто в шоке, банда! Он убивает его на наших глазах! И только посмотрите, мне кажется, что он уже его убил! И куда он теперь его тащит? Черт возьми, банда, я в таком шоке! Пигмен реально существует! Вы прямо сейчас его видите! К сожалению, банда, мы никак не сможем помочь человеку, которого поймал пигмен! Иначе мы сами пострадаем! Нам нужно быстрее уже забирать наш трон и уезжать отсюда! Вы только посмотрите, он связывает его цепью! А самое страшное то, банда, что в тех дверях, где лежал этот человек, мы стучали! Но, к сожалению, он не издал никакого звука, и поэтому мы не смогли ему помочь! И посмотрите, пигмен взял канистру! Неужели она с бензином? Что если он хочет его сжечь? Это просто какая-то жесть, банда, я не могу поверить своим глазам! Он реально открывает эту канистру, чтобы полить человека бензином! Просто посмотрите на это, что происходит! Вы видите это, банда? Он реально поливает его бензином! Я сейчас в таком шоке! Неужели он реально собирается его сжечь? Просто посмотрите, как же это жутко выглядит! Черт возьми, банда, как ему помочь, я не знаю! Я думаю, что здесь даже полиция никак не поможет! Тем не менее, просто посмотрите, пигмен относит канистру! Он возвращается обратно, и у него в руках спички! Черт, банда, вы видите это? Неужели он реально собирается его сжечь? Это же ненормально! Черт возьми, просто посмотрите, он достал бумажку! Этот пигмен такой огромный, мне прям не по себе, когда я на него смотрю! Он поджигает бумажку, банда, и что дальше будет? Что он собирается дальше с ней делать? Вы видите это? Он реально его поджигает, банда! Это просто какая-то жесть, я не могу поверить своим глазам! И он теперь смотрит на мой трон, что он собирается делать? У него сюда я взлетаю! Да, господи, это просто какая-то жесть! Тем не менее, нам теперь срочно нужно уезжать отсюда, чтобы он не пришел к нам! Потому что я думаю, что он уже догадывается, где мы прячемся! Под коммент из-за прошлого видео просто вглись какие-нибудь шикарные дианчи комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, да опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже на видео! Лайк, колокол, коммент, твое видео, бандит! И помни одно, оставайся таким шикарным, пока!